Губернатор Краснодарского края провел час контроля. Главная тема традиционного совещания – вопросы градостроительной политики на Кубани. Участие в работе из анапской студии приняли первый вице-мэр Анапы Светлана Балаева и председатель Совета города-курорта Вячеслав Вовк. Благодаря принятому генеральному плану на курорте строительство многоквартирных домов возможно только после заключения договора о комплексном развитии территории. То есть, помимо многоэтажек, застройщик обязуется возводить социальные объекты. Сегодня уже заключено 5 таких договоров. Еще 6 готовятся к подписанию. Развитие затронет в том числе сельские округа. Впоследствии они обзаведутся новой инженерной и социальной инфраструктурой. Мы говорим сегодня на самом деле о качественном жилье, о качественной застройке, то есть соцобъектами. Почему застройщик, который строит этот микрорайон, не строит школу? Он же строит, он зарабатывает. Это должно быть комплексно. А когда комплексно, что у него уже дома сдадутся, и еще будут проданы квартиры все. А школа все еще будет в пути вместе с детским садом. Это не комплексно, это профанация. Так вот, чтобы они не затягивались, не превращались в какие-то долгосрочные обещания. Поэтому час контроля, он на то и есть час контроля, где мы с вами сверяем часы по качеству выполнения поручений. Конечно, моих, но мои поручения, еще раз подчеркиваю, основаны на просьбах людей.